Олю Анатольевну, давай. Называй. Давай, давай, не отвиливай. Я не отвиливаю, я просто спрашиваю, что делать. Я волнуюсь. Считать никому не охота, да? Мне никому не охота, не-не-не. А в общем, я могу предсказывать, что, ну, что будет из этих кредитов. Так, вы сейчас узнаете. В общем, вы должны, вы берете два любых предмета. Какие-то разные предметы, и что? Ну, забираю вы сейчас, совсем, не, во время просто фокуса. Давайте, подходите. Куда забирать? Ну, просто возьмешь. Нет, возьмешь, выберешь. Не, подождите, я еще не должна. То есть я пишу какое-то слово, вот, например, насчет этих предметов. Давайте еще один. Ложка. Я еще смотрю. Так, ложка, спички, мел, йо-йо, блокнот. Что йо-йо? Йо-йо. Йо-йо кто такой? Это вот такой вот в спортмастере живет. Вот эти четыре ты пишешь? Вот эти четыре? Я написала одно какое-то... Из этих четырех? Да. Выбирайте три любых предмета, потому что четыре. Ну хорошо. И что с ними? А ты не выбираешь? Что значит выбирать? Просто вот так вот удвигайте вперед. А ты смотришь, что их отодвигают. Да. Ну давай, отодвигаем вот так сюда. Дальше. Убираем его. Остался или его? Нет, остался. Так, осталось три предмета. Выбирайте два любых. Мы тоже убираем, да, опять? Ложечка осталась. И выберите один из этих предметов. Один выбираю, один остается, да? Да, да. Да, где? Смотрите, что здесь написано. Вот, а тут написано мел. Вот так вот. Ха! Вот это да!